Добрый день, друзья! С вами Ольга на своем канале «Садовые развлечения». Сегодня 5 июня, и мне хочется показать результаты нашей туннельки. Томатики я в туннель сажала в конце апреля, в начале мая. Томатики находились у меня под укрывным материалом вот до сегодняшнего дня. Такие получились крепенькие. Про этот метод я уже рассказывала. Метод Ольги Черновой из Бийска. Когда мы сеем томаты и пикируем сразу в грунт. Таким методом можно вырастить большое количество томатиков. Вот до сегодняшнего дня они у меня находились под укрывным материалом. То есть выдержали здесь и мороз до минуса 2, до минуса 2 был, и жару. В общем, метод очень хороший. Здесь я уже пропикировала участочек в течение 9 метров. Вот. Я их сеяла. Вот, посмотрите, какие крепенькие получаются помидорки, томатики. Любой сорт взять. Классный. Такая туннель была у нас. Томатики все здоровенькие. Листики зелененькие, без болезни. Корешочки прям как боровички такие. Не корешочки, а стебелечки. Корневая система тоже хорошая. Пользуюсь случаем, покажу. Клубничка тут вот на нашей грядке вовсю спеет. Вся чистенькая. Уже тут красненькая. Уже несколько ягодок, конечно, мы съели. Тоже наша туннелька. Просто я пока радуюсь ей. Ягодки прямо лежат и ждут, когда их скушают. Посмотрите. Чистенькие. Хочется показать еще томатики с туннеля, которые я пикировала сегодня. Напомню, что сеяли томаты мы в марте. Сейчас они вот так вот выглядят. Смотрите, это то, что я проспикировала. Какие томатики, все крепенькие. Они, конечно, еще болеют. Вот это томатики из туннельки. Сегодня пикировала. Все, результаты туннеля я вам показала. Всего доброго. С вами была Ольга на своем канале «Садовые развлечения».